Театр почета ветеранов-железнодорожников подготовил новую концертную программу. Премьера прошла на сцене ЦДКЖ в Москве. В программу «У любви есть крылья» вошли русские романсы, песни советских композиторов, авторские произведения, попурри из шлягеров. Также актеры представили несколько юмористических сценок. Хедлайнерами мероприятия стали Раиса Дмитриенко, победительница музыкального проекта «Голос-60+», и певец Прохор Шаляпин. Это такой сборный концерт. Нам очень нравится, что он компактный, он где-то будет, ну, час, может, 10, час 15, может быть, даже не больше. Вот. Для людей, которые тоже железнодорожники, потому что это ЦДКЖ, мы не зря выбрали такую площадку. Для людей, которые всю жизнь работали на железной дороге, и им очень всегда приятно видеть то, что люди их профессии, их возраста могут делать. Очень любим и благодарим благотворительный фонд «Почет» за отношение к актерам, к актрисам, к железнодорожникам, к пенсионерам, что они дают возможность после ухода на пенсии продолжать очень активную, позитивную и очень нужную, как правило, как показалось, нашу театральную жизнь.